Накануне в дежурную часть отделения МВД России по Кваркинскому району поступило сообщение о том, что в поселке Красноярский водитель автомобиля ВАЗ-21051 при движении задавил 4 гусей. В указанный поселок был направлен ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. Данный автомобиль был обнаружен. На просьбу сотрудников полиции остановиться, водитель попытался скрыться. Заехав во дворы, он на ходу покинул автомобиль и попытался убежать, но был задержан сотрудниками полиции.